В ДТП по адресу Печорская, 8, дорогу не поделили Таунейс и Приус. Водитель грузовичка выезжал с парковки, и в этот момент по главной двигалась Toyota фирмы «Такси». Гудок, газ, тормоз и боевой Таунейс, видимо, переживший в тяжелых трудах много хозяев, ударяет «Приус» в заднюю часть. Гибрид после столкновения получает несерьезные повреждения, и владелец иномарки решает на месте подшаманить свой электрический автомобиль. Владельцы машин решили не тянуть резину долго, вышли, что-то покумекали между собой и, обменявшись контактами, разошлись по мировой. Пожали друг другу руки и радостно помчались по своим делам.